Привет! Добро пожаловать в новый влог, мини-влог о бизнес-ланче. Я сейчас приехала в Антверпен на встречу с предпринимательницами и посмотрим, что у нас будет за встреча. По идее, обмен информацией, лекция про финансы и какие-то идеи. Постараюсь поснимать. Я, честно говоря, волнуюсь, потому что я первый раз и вообще давно не была на таких мероприятиях, неважно каких, просто на мероприятиях. Поэтому я как будто я чувствую себя сама как спикер. Ладно, бежим, посмотрим, постараюсь поснимать, что смогу. Собрать эту компанию, вот, с девчонками на одной волне пообщаться, найти друг друга. И огромное спасибо. Просто все, как уже сказали, все не просто так. Вот как мы собрались, значит, так и нужно. Мы нашли время, энергию, чтобы сюда попасть. Так что спасибо огромное. В двух словах обо мне. Я работаю офлайн как нутрициолог, но у меня мое направление — это люди, у кого проблемы с кишечником, непереносимости. Я развиваюсь. Очень хочу перейти работать онлайн, но пока не получается. То есть у меня больше, как я буду курс. В практике работаю, больше, наверное, бельгийцев клиентов, но хочу как-то менять уже это. С русскими мне как-то русская душа более приятная. Плюс скоро у меня откроется мой свой кабинет в Пухауте. Так что вот это в двух словах. В общем, надеюсь, вам будет очень-очень интересно. Сейчас у нас Кристиночка будет рассказывать про порядок в финансах. Мы приготовили бумагу, если кто-то любит записывать ручки. Так что берите, пожалуйста. Я думаю, что будет интересно. Ну что, решила все-таки дозаписать мои выводы вот этого бизнес-ланча, на котором я была. Сразу скажу, что для меня это был подвиг. То есть я даже записала это в итоге 2022 года. Почему? Потому что я уже давно не была в людях, поэтому для меня вот эта вылазка в русскоязычное сообщество и вообще комьюнити и на такую вечеринку было подвигом. Я, как вы знаете, я очень коммуникабельный человек. Я могу записывать видео, сторис, я очень, в принципе, коммуникабельный человек. Но спустя все-таки такое долгое время работы из дома, уже 2 года все-таки, а также у меня сейчас очень мало общение. Именно из-за того, что у меня семья, 2 детей, полноценная работа, хобби, которое вот камера. Я общаюсь чаще всего с девчонками через WhatsApp или через Telegram, Instagram, YouTube. Когда я вышла, приехала туда, я немного как будто попала на Луну. То есть для меня это было открытие. Но несмотря на это, я считаю, что я все-таки держалась хорошо. И даже себя представила как-то звонко, громко. И благодаря этой встрече я поняла, что для себя. Я поняла, что мне надо прописать свое описание. Кто я такая, чем занимаюсь и что могу дать людям. Это мой первый вывод. Второй вывод. Я сейчас вам немного расскажу о том, что я записала на этом тренинге. Но это был как бы не тренинг, а встреча людей, предпринимателей, вообще, которые, в принципе, смотрят в одном направлении. Встретились, у нас есть возможность познакомиться и общаться. Меня зовут Кристина Байкова. Честно скажу, я менее креативна. Я услышала столько интересных профессий, столько интересных занятий. Вообще, я экономист по образованию.
Родом я из Беларуси, жила я в Германии. У меня два гражданства, я бельгийка по гражданству, но живу в Голландии. В 2015 году я переехала в Голландию. До этого я жила в провинции Антверпен, заканчивала я здесь магистратуру в университете в Антверпене. Она будет рассказывать про финансы, и она очень классная. Мне она очень понравилась, как она умеет презентировать, рассказывать, зажигать аудиторию. Люди, в принципе, были очень активны, мне это очень понравилось. Первое, что я записала в моем списке, это то, что она посоветовала записывать все мои траты и расходы. То есть я этого, честно сказать, не делаю, наверняка это многие уже делают, но я, так как вы знаете, я хочу стать предпринимателем InBev-групп, я вообще на русском не знаю, то как самозанятость, когда вы работаете на полную ставку. Вот, и она сказала, записывайте все свои доходы и расходы. Я этого еще пока делать не умею, но вот у меня действительно это будет моей задачей на 2022 год, посмотрим в конце, получилось или нет. Второе, это бюджетирование. Тут тоже у меня вопросы, потому что я и финансы, это одна идея, отдельная такая. Вот я, вот финансы. Что вот вроде там сюда повернул, не получается. Предпринимательская интуиция – это отлично, это хорошо. Но согласитесь, что на одной предпринимательской интуиции все равно не выстроишь успешный бизнес. Грамотно. Вы знаете, я вспоминаю мультик, помните, как он назывался? Вот советский, ехала в машине, как раз думала, вот этот мультик, когда медвежонок и лошадка в тумане, помните? Как он? Лошадка! Медвежонок! Помните? Вот так, вот так вот, вот предприниматель. Деньги! Дьявол! Вот так вот, особенно начинающие, в принципе, даже многие, вот я вижу, кто там 3 года, 4, все равно, ну а как? Ну вот, вот как тут этот медвежонок лошадку ищет, да, точно так же. Поэтому, что я могу сказать? Ребят, начинать надо с самого начала. С чего? С понимания финансовых потоков. Что такое? Еще скажу, блин, Кристина, Наташа, я знаю тебя, у тебя другое полушарие, нежели чем у меня работает. А ведь я вообще человек, где я, все цифры, где цифры. Можно я скажу? Я человек творческий. То есть у меня, вот правильно писано, Малышарь абсолютно другой. Я хореограф, да? Тренер хореограф. У меня цифры и я – это две разные вещи. И вот когда человек попытается структурный, ты понимаешь, что, блин, я не могу вот эти цифры, меня это раздражает. Поэтому обязательно нужно вот иметь такого человека и самому научиться. Сама я не могу научиться, я попросила Кристину мне в этом помочь. Это реально два. У меня нет вот этой вот практики, раз, и включить мозги, что вот сюда нужно вложить. Вот это нужно отложить. А сколько это будет процентов? Вообще. Планирование. Здесь, наверное, планирование всего, и бюджета, и как я буду распределять свой бюджет, когда у меня будет, то есть, доход с YouTube, например, как, на что я буду тратить, тут еще тоже надо мне научиться, но я записала, поэтому будем работать. Ладно, пятое, заплати сначала себе. Я не откладываю, честно сказать, еще зарплату себе с моей зарплаты на отдельный счет, но хотела бы это делать, потому что прикольно платить себе. Например, вот я получаю зарплату, мы ее на общий, она приходит на общий счет, и я, например, какие-то там проценты себе просто на отдельный счет, просто чтобы было несколько счетов. Это прикольный принцип, которым я загорелась. Мы обязательно откладываем на накопительный счет на наш общий, на Леона и на Андрюшу. То есть мы стараемся, в принципе, думать о завтрашнем дне. То есть если у вас есть бизнес, то там видно, ну, там вы платите себе зарплату. Заплатите все равно себе, то есть в бухгалтерии у вас все сойдется, потому что у вас будут чеки, у вас есть бухгалтерия, у вас есть подтверждение, то есть потом у вас сойдется. Но психологически это у вас будет работать. Точно так же, когда я работала в найме, это действует и в найме тоже. То есть ты платишь себе, я 23-го получала зарплату, все, первым делом у меня уходило. Сколько денег?
Ребята, во всех там учебниках финансовых начните с 10%. Начните с 10%. И потом смотрите, а могу я больше? А могу я еще больше? Потому что цели-то есть, а уже, блин, ну, кому-то, кто говорил, здесь мне тоже 38, я тоже забочусь о пенсии. Да вообще я не хочу работать до 67, я хочу вся уже через 20 лет выйти на пенсию. А кого-то думает... Заплатить налоги. То есть, когда я стану предпринимателем, мне надо будет обязательно платить налоги, как вы знаете. Как вы не знаете, везде надо будет платить налоги. Поэтому я постараюсь сразу платить по счетам. Это у меня огромная проблема, то есть я поняла, что у меня проблема с ответственностью. Я не плачу сразу по счетам. Я всегда жду какого-то, не знаю, пока мне придет напоминалка. Вот так. Если у меня не домиселлеринг, то есть не автоматическая оплата, я всегда жду какого-то ремайндера. Буду стараться в этом году сразу платить все счета. Так, потом, с глаз долой, сердце вон. Это она имела в виду, что открыть надо накопительный счет или несколько счетов на одно имя. Поэтому я поинтересуюсь, в каких банках я могу открыть счет, который бесплатный, потому что, ну, все-таки я закрыла свой ИНГ именно потому, что они постоянно мне списывали что-то, постоянно что-то надо было им списывать, поэтому я оказалась на определенный момент на минус 14 евро и решила уже все, пора закрывать эту тонущую лодку. Чуть-чуть там кашки утром, там что-то в обед перекусили, да, потом яблочко, еще что-то. А кого это? Барашек уже не влезет. Ну, девочка, кто занимается питанием? Вы? Ну, то есть я правильно себя записала. Правильно, если ты с утра хорошо поел, это, во-первых, тебя не подведет. Например, днем, когда кто-то тебя будет выводить, ты просто даже не отреагируешь так, как ты бы отреагировала, если ты был голодный с утра, злой уже. Я увидел фактуру, проверил, она правильная, сразу заплатил. Следующее – это баланс в жизни, приоритеты. Мне как не предпринимателю это еще не знакомо, потому что у меня будет... Если мне даже я открою свой номер, то у меня больше это блогерский контент будет, поэтому... Не знаю, там, я хочу открыть на своем канале членский взнос для людей, которые хотели бы больше задавать вопросов лично мне, и которых есть конкретные вопросы. Или я хочу даже именно вот этим членам моего клуба, то есть моего канала, несколько раз в месяц буду проводить по YouTube или по Zoom прямую трансляцию в плане нидерландского языка. Это еще в стадии обработки, разработки. Ждите, я вам все сообщу. Следующее – это учет не для учета, а для реализации моих целей. То есть учет надо вести, чтобы реализовать цели, а не, наверное, не оплатить налоги или не оплатить счета, не знаю. Здесь для меня еще тоже загадка. Я все записывала быстро, снимала, то есть, ну, суть понятна. Структурирование и реализовывать цели с помощью, наверное, финансов, которые мне поступают. Хотя от YouTube мне не будет много поступать еще, я еще очень маленький блогер. 12-е мне написано, что просчитывать деньги. Мне вообще, говорю, финансы это какая-то не моя сфера, но я буду работать над этим в этом году обязательно. Буду с вами абсолютно всем делиться. Бизнеса. А личные? Себе заплатить надо. А личные? Вот создайте еще. Также распланируйте ваши личные. А машину-то в Антверпен мы приехали на машине. А за что дорогу? За правильный нет? Тоже надо, правильно? 5 евро заплатили за панку, это лучше поесть. А, ну так ты это на расходы спеши, ты же предприниматель. Ну да. Прописать целевую аудиторию, я это записывала так в промежутках. Целевая аудитория, в принципе, я определила давно уже. Это люди, которые любят Бельгию, которые хотят переехать в Бельгию, которые живут в Бельгии, которые хотят знать нидерландский язык, у которых есть какие-то вопросы, именно связанные с Бельгией, карьерой, поиском работы. Именно в Бельгии. Но я еще не даю консультации, поэтому люди, которые присылают мне очень трудные вопросы,
вы поймите, что я просто не в состоянии на них ответить, просто потому что на каждый вопрос надо знать точный ответ. Я не хочу вам давать какую-то просто от балды, какой-то мой опыт. Нет, на вашу личную историю вы должны получить конкретный ответ действительно с решением. Поэтому я в разработке такого плана, возможно, я этим займусь, возможно, на какой-то тестовой основе, посмотреть, реально ли мне вообще этим заниматься, потому что, когда даешь консультации в плане чего-то, всегда ты немного отвечаешь за информацию, которую ты даешь. А также я всегда вот очень ответственна в этом плане. Если я что-то вам рассказываю, это должно быть, ну, как минимум 99% действительно. Мы засекаем 5 минут, и каждый раз, я говорю, каждые 5 минут меняются клиенты. То есть, а клиенты примерно слушают историю и говорят свои мысли, свои идеи, чтобы они могли посоветовать. То есть, посоветовать или что мне важно как потенциальному клиенту, то есть, какие-то, чтобы, ну, что-то подсказать. Понятно? Да. Своё видение клиента. Вывод. Встречи, вот такой встречи в формате бизнес-ланча. Я скажу так, что эта встреча зарядила меня на много идей. Я решила возобновить свою группу с Катей, с «Солнечные и позитивные». Там мы будем устраивать марафон похудения бесплатный, пока это все на бесплатной основе. И будем вместе готовиться к весне, к лету. То есть такой мини-формат, идея вам бросаю, что я оставлю ссылочку на нашу группу, на закрытые. Она вообще для женщин. И там будем делиться полезным контентом для вас и для себя. Потому что все-таки я хочу похудеть, возможно, вы хотите похудеть. О, не, едет машина, которая орет. А также благодаря этой встрече я решила тоже ходить на такие мероприятия, которые устраивают девчонки. Познакомилась очень с разными людьми, аудиторией, предпринимателями. Все действительно очень классные, потому что у них у всех какая-то идея. У них всех какое-то дело, которым они горят. Это мне очень приятно. Я со многими пообщалась. Многие меня узнали по моему инстаграму, по моему YouTube-каналу. Это очень приятно. Спасибо вам большое, что смотрите меня и читаете. Это очень приятно. И сама вдохновилась ими, чтобы начать вот обратно вести свою группу, чтобы организовывать тоже какие-то полезные мероприятия в плане полезности, то есть это здоровье, это развитие соцсетей, моего личного опыта, поиска карьеры, то есть работы. Вот такой у меня такая идея, действительно, развить сообщество наше, которое у меня уже есть, в принципе, эта группа уже давно есть, я надеюсь, там еще кто-то есть. Я давно там не была, но идея есть, поэтому будем ее реализовывать, Катя. Вообще, интересно, кто меня смотрит, у кого есть свое маленькое дело или большое. Расскажите в комментариях, чем вы занимаетесь. Интересно было вам вообще узнать о таком мероприятии в Бельгии. Интересен ли вам формат, такой бизнес-формат работы, карьеры? У меня вообще самое популярное видео на канале – это действительно карьера, работа, поэтому я буду больше записывать на эту тему и вот. Ну что, побывала я на мероприятии русскоязычном, познакомилась с морем девчонок, классных предпринимательниц или девчонок, которые хотят стать предпринимательницами. Было вообще супер, набралась много идей. Я действительно очень довольна. Замечательная организация, девочки молодцы, Кристина, Катя, вы супер. Мне очень понравилось это мероприятие, потому что я встретила очень много людей, которые я знала офлайн, и теперь я знаю онлайн. Инстаграм все-таки и Фейсбук это другое, поэтому классно, что я пересилила свой страх людей, потому что в последнее время я стала реально интровертом. Я пересилила свой страх, пришла и не пожалела. Я набралась
столько, у меня теперь столько много идей, как реализовать свои цели, много идей в плане, как добиться определенных, ну, такие мне были запросы очень обычные, а оказывается, что у всех людей обычные запросы. Ничего сверхъестественного. Поэтому даже встретила мою сестру Ирину, которая живет в Черногории сейчас, и я ее спонтанно встретила. Вот так бывает. Я всех была рада увидеть, всех, с кем, кого не знала лично, поэтому спасибо, что... Просто спасибо всем, кто подошел, пообщался, поделился своим позитивом. Я действительно тоже узнала новых людей, которые организовывают разные встречи, мастер-классы, у них какие-то свои идеи. Супер! Просто действительно супер! Я рада, что пошла. Поэтому всем большой удачи, всем предпринимательницам или кто хочет стать предпринимателем. Я буду рассказывать свою историю, потому что на следующей неделе у меня уже встреча назначена в Асерта. Это, ну, а потом об этом расскажу. Поэтому иду к своей цели, как я загадала. Это забота о себе, любовь к себе в 2022 году. И уже открыть свой номер, чтобы... Об этом тоже все отдельно расскажу уже. Все, спасибо, что были со мной. Я надеюсь, вам понравилось это видео, зарядило вас на какой-то позитив. И вы увидели, что в Бельгии тоже есть люди организованные. То есть они люди, которые любят организовывать какие-то вот такие полезные мероприятия. Я надеюсь, что я со всеми скоро совсем увижусь. И с какими-то новыми этапами в моей жизни, что я уже чего-то буду добиваться. И благодаря действительно девчонкам, с кем я сегодня познакомилась, пообщалась, я набрала действительно много идей. Все, теперь точно пока. Подписывайтесь на мой канал, и я буду делиться с вами всем, что знаю о Бельгии. И вы узнаете совсем-совсем много нового. Всех целую, обнимаю, и большой привет вам из Бельгии.